Напомним, что олимпийские чемпионы в команде, серебряные призеры игр 2022 в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Коцалапов официально стали мужем и женой. В этом же году в свет выйдет новый сезон шоу «Ледниковый период». В нем олимпийские чемпионы в танцах на льду, а также супруги Виктория Синицына и Никита Коцалапов стали соперниками. Виктория Синицына выступает в паре с конькобежцем Иваном Скобревым. Партнершей Никиты Коцалапова стала актриса Елизавета Арзамасова. Коцалапов ответил на вопрос о семейных разборках с Синицыной из-за соперничества на шоу. Вопрос ведущей шоу Алина Загитова. Можно сказать, что у вас семейное противостояние между командами. Извиняетесь потом дома, что всех выигрываете и выносите. Коцалапов. Честно говоря, пока такого не было, хотя Вика вчера попыталась нагнетать ситуацию, но один раз я ее прощаю. Посмотрим, что будет дальше. Партнерша Никиты, Лиза Арзамасова, уже давно стала знаменитой актрисой. После съемок в сериале «Папины дочки» она прославилась на всю страну. Теперь Лиза не только снимается в кино, но и играет в театре. Еще 2 года назад никто не знал ничего о ее личной жизни, но потом она перестала скрывать роман с Ильей Авербухом. Теперь они состоят в браке и растят сына Льва. Обычно Лиза во всем поддерживает мужа. Они часто вместе выходят в свет. Актриса также не раз выступала с ним на льду. Примечательно, что в этом году она согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период», где в свое время и познакомилась с будущим мужем. На этот раз Арзамасова выступила в первый съемочный день в романтичном образе со своим партнером, молодым чемпионом Никитой Коцалаповым. Актриса в пудровом платье продемонстрировала плавный прокат. Она словно и не делала перерыв в фигурном катании. Но после выступления артистка побежала к Авербуху и прыгнула в его объятия. Поклонников растрогали эти кадры. Многие восхитились тем, что пара не стесняется демонстрировать свои чувства перед камерой. Другие отметили, что Лиза очень романтичная натура.